Проверка документов, соблюдение правил перевозки детей, наличие неоплаченных административных штрафов и, конечно же, обеспечение безопасности дорожного движения. Основные цели и задачи, которые на великоустюгских дорогах выполняют в том числе и сотрудники специализированной роты областного ГИБДД. В предпраздничные дни и в течение всех новогодних каникул в Великом Устюге будут работать экипажи спецроты. Вот и в минувшие выходные инспекторы патрулировали город и район. С водителями и пешеходами полицейские провели профилактические беседы, напомнили о недопустимости вождения автомобиля в состоянии опьянения, а также нарушения других правил дорожного движения. Период с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на территории города Великий Устюг и особенно в вотчины Деда Мороза проходит много массовых мероприятий. В связи с этим направлены наряды специализированной роты ДПС для оказания практической помощи и оказания на массовых мероприятиях, проведения массовых мероприятий. Остановка очередного автомобиля, инспектор решает проверить водителя на наличие неоплаченных штрафов. В патрульной машине полицейские замечают у молодого человека признаки алкогольного опьянения. Проще говоря, от водителя пахнет спиртным. Ему предлагают пройти процедуру медицинского освидетельствования. Мужчина соглашается. Алкотестер в руках инспектора. Полицейские в подробностях объясняют процесс прохождения процедуры. Сейчас водителю необходимо продуть в спецприбор, который покажет, сел ли мужчина за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Идет анализ. 0,321 миллиграмм на литр. С данным результатом согласны? Да. С результатом согласны. Сейчас мужчине грозит крупный штраф в размере 30 тысяч рублей. К тому же ему, возможно, как минимум на полтора года придется переквалифицироваться в пешехода. Это уже решит суд. Сотрудники полиции еще раз напоминают, если вы владеете информацией о нахождении за рулем подпивших водителей, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 228-33 или 02. Анонимность гарантируется. Андрей Жилин, новости провинции.